Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу арочная 3М. А мы качели на какие болты собираем? На наши? Качели. Да? Все, приступаем. Продолжаем монтаж теплицы арочной и качели. Собирается каркас, брус собран. Миша, качели почти готовы. Все. Торцы уже готовы, тоже их собрать осталось. Продолжаем. Все, закончили монтаж. Теплица арочная 3М. Сваленная конструкция с профильной цинкованной трубы 20 на 20. Торца к дверях 20 на 40. Полимерно-порошковый окрас, цвет шоколад. Поликарбонат 4 мм 0,75 плотности. Новатора. Основание теплицы, фундамент брус 100 на 150 пропитан антисептиком. Все соты поликарбоната защищены торцевым профилем перфолентой. На торцах уплотнительная резинка. С обоих торцов цельная дверь. Две боковые франуги в ручном управлении. Тут крючок. Цепляем. Двери от ветра. Боковые франуги, ручки на цепочках, средняя арка в виде фермы для более усиления конструкции всей, для крепости снеговой нагрузки. Якоря в землю закреплены, забиты и укосины для большей жесткости конструкции. Все красиво, классно, четко. Закончили монтаж, летняя, ну, теплица арочная, я уже вам рассказал, и качели садовые, свалена конструкция с профильной оцинкованной трубой 40 на 40, 20 на 40, мощно, окрас полимерно-порошковый, тоже цвет шоколад, поликарбонат бронза, 4 мм толщина, доски обработаны специальным составом для дерева палисандр. Все четко, классно. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока.